Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на зомби для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появится настоящий апокалипсис, потому что днем и ночью будут спавниться новые и очень опасные зомби, которых вы должны убивать. Ну, собственно, друзья, давайте начинать. Во-первых, в этом моде присутствуют пушки, пистолеты, автоматы, и, если честно говорить, то они взяты из популярного мода Death на Guns. Ну, а пока что мы можем ими поубивать вот этих врачей. Да, это, друзья, у нас врачи, и с них падают аптечки. Настоящие аптечки, с помощью которых вы сможете лечиться. Если так говорить, то Майнкрафт и правда теперь похож на апокалипсис. Также есть вот такой еще пистолет. Да, он довольно быстрее убивает этих врачей. Ну, а, друзья, в этом моде есть и деньги. Это $100, это самая большая валюта. И падают они у нас зомби. Ну, собственно, давайте сейчас посмотрим. Это у нас, как сказал врач. Ну, а теперь мы смотрим. Так, а вот у нас, друзья, голем-зомби, собственно, своей персоной. И давайте его убьем из этого пистолета. Надеюсь, мы его убьем быстро. Но этот звук меня раздражает, он слишком громкий. Поэтому, наверное, давайте его будем убивать, друзья, железным мечом. Ну, собственно, мы убили, и нам упала самая большая валюта, $100. Ну, а самая маленькая деньга, это, друзья, одна монетка. Ну, а более-менее, это, друзья, бумажная, $2. Ну, собственно, это еще не все. Также мод добавляет броню. Выглядит она вот так просто очень зашибенно и очень классно. Мы становимся каким-то спецназовцем, бывшим, друзья, который попал в мир зомби-апокалипсиса. Собственно, мы также можем одеть очки ночного зрения, и мы сможем их включать и выключать. Но, опять же, это еще не все. Мы можем одеть на себя щит, и мы также можем включать и выключать защиту. Но не уверен, что все будут держать защиту включенной, потому что, по идее, щита мы не можем включать или выключать защиту. Поэтому эту функцию разработчики должны убрать. Ну, а так мод очень классный, друзья. Ставим лайки и, конечно, не забываем подписываться на канал. Ну и, друзья, баюшки, хаюшки.